этот Фредди Крюгер. Ой, бля. Серьезно, и... Фредди. Там же часики. Да, я все, не да, я увидел. Ну что я могу сказать? Там жопа. Блять, у него веревка нахуй, ебаная. Так, кто Захара пойдет спасать? Давай, я поближе. Блять, у него руин. Заебись. Я так и знал, что он вылезет с моего гена. Драхатор, я бегу. Сука, блять, в тупик залетел. Пойдем вон туда. Блять. А почему музыка пропала, блин? Я думал, он меня потерял, но он прям за спиной, сука, стоит. Блять, давай, быстрее, только вторая фаза не началась. По-моему, началась. Сам себя вылечишь, если че. Я пойду разбужусь. Так, ты сам себя вылечишь, да? Так, ну че, давай, уходи. Опа, он все сломал, ты засранец, лечи. Блять, откуда он знает, нахуй, что я здесь? Суки, эти ПКшники, нахуй, все читеры, нахуй, как один. Бля, чё она не прыгает? Я лагаю? Пиздец. Я лагаю? Или кто лагает? Что с этой ёбаной игрой? Так, опять скинов на карте нету. Откуда? Тихо там, он за мной гнался, я... Блин, а... Что, он тебя нашел? Да, он меня, сука, нашел, да. Вот мне и не понравилось, что ты спрашивал, где я. Зараза! Захатор, третий раз. Я его вывел на тебя прямо. Я слышал, что кто-то ген заводит. Где эта гнида? Он где-то тут шкерится около твоего гена, который ты, Захатор, учинил. Когда он съебет отсюда, я вернусь этот ген чинить. О, Мегетаро. Сука. Вот сука, блядь. Поймает, сука, честно.
я знаю это место. Так, за Мигетаро третий раз. Я Мигеля не слышу. Давно не слышу Мигеля. Черт. И что теперь делать? В принципе. Блять. Блять. Сука, по крови найдет. О, часы. Слева? Ворота? Да. По-моему, скорее всего. И, сука, нашел. Да, скорее всего, все. Я уже забежал туда, куда не стоило. Ну вот и конец. Я слышал чуть-чуть раньше, когда проползал мимо люка, я тебе сказал, иди налево, а ты пошел направо. Пиздец, ты мог спастись, сука. Там был люк? Там был люк, ты мимо него пропиздил на лестницу. И он его закрыл. Ой, какая обида. Я тебе говорю, думаю, куда ты, сука, прешь, дурак, блядь. А потом понял, что ты ж меня не слышишь, ну нихера, блядь. Ай. Да, блядь, ебаная карта, сука, ненавижу ее уже, блядь, сколько можно ее давать? Что, это здесь опять? Опять школа, блядская, без сада. Мы сейчас опять тут всосем. Сейчас опять ман придет. Я уже слышу его. Мигетаро, ты взорвал? Ну, я отвлекся, думал, что ман уже бежит. Так, темные и незаметные. Не спать. Вот он идет, блядь. Понес в подвал? Не. Не на улицу. Сука, блять, вот этот эффект, нахуй, которым он подсвечивает. Везде заход. В подвал? Да, вот эти книги я вижу. В дом, да? Он пошел в дом? Вот я дурак, нахуй. Он не ко мне бежал, он меня даже не видел, а я спалил сам себя. Вот дурак. Нихуя не понял. Он вроде бы тут был, в подвал зашел, развернулся и ушел. В дом? Сука! Под самый конец схватил. Вы что, спасаете ее, Серега? Или не надо? Нет, не надо, не надо. Пизда. Двоих положит. Да не, не получится. Блять. Ну вот я и второй раз. Повешусь. Ломай крюк. Улитый стал. А, блин, мне... А вчера был. О, решил ровно. Да. И походу все, конец игры, да? Давай, Мигель, щелюк.
Скажи, когда сливаться. Да. Я тебя спасу сейчас. Может быть. Есть ли в этом смысл? Он идет ко мне. Он идет ко мне. Тикай. 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 Мигель. Блять. Все. Беги в разные стороны. Я сказал, спасу твою грешную задницу. Даже если ценой своей. Без часиков. Без часиков. Блять, он идет ко мне по следам. Пизда, где палетки? Оба-на! Бля, надо отвлечь как-то. Сейчас я ген взорву. А, не, я знаю, что сделать. Так, где тут постелсить, черт возьми, можно? Он врубил пилу. Это я его. Пизда мне. Ай, блядь. Блин, там палетка была близко. Так, а где бы меня люк теперь найти? Что-то он не хочет меня на крюк нести. Может, я ему понравился? Я знаю, что он тебя на люк понесет. Он хочет меня убить, потому что иначе, если он тебя сейчас повесит, я съеду с люк. Ты тебя что, сбросил? Да. Окей. Почему-то. Я что, тебя пощадил? О, там подвал, да? А, может, он хотел меня... Может, он какую-то ачивку делает? Пизда. Попал. Слишком далеко, я не вижу, что там происходит. А, ну я вижу Серегу валяющего. Он не хочет меня вешать почему-то. Он, походу, к тебе идет. Да, идет он к тебе. Да пошел ты нахуй, чмо, блядь. Что, он около тебя стоит? Да, он меня пиздит еще, блядь. Итак, где люк? Бля, минус в репо, нахуй. Я не слышу тут люка. Может, там? Блядь, вообще он там вот обычно, да, вот в этой комнате. Но если там его нет сейчас, значит, он где-то посреди дороги, блядь, или в кустах. Сука. По звуку нет, нет, да? Нету здесь люка, нет. Ты было давно уже услышал. Больше его тут вариантов других нету, да? Нет, в подвале нет. Я умру. Ну пока я по дорогам бегал, я не видел. Значит, он где-то в кустах. А в кустах это, блядь, ты его заебешься искать даже при всем желании. Он меня потерял. Не видел. Все, походу, не доползаю. Ни до чего. В палетке сдох. Зимняя карта, вау. Да, блядь, ну как так? Он быстрый такой, ну. Ох, куда он понесет нашего Мегетора? Спасибо. Кто бы ни был. Так, блядь, наверное, он помчался куда-то в вашу сторону, где вы двое там были. Блять, бежит нахуй. Сука, ты чё там генератор тебе? Сука, спасай меня, блядь, эй, алё. Нихуе. Слышь? О, угасающий свет. Ну, нам, короче, жопу, пацаны. Он нас видит. Прикинь? Фига он быстрый, блядь. А у него бешенство, я говорю, он с бешенством носится, как ебаный этот дельфин. Так не в этом дело. Я зашкерился, а он прямо на меня пришел. Потом сразу же пошел в зашкеренного Захатору. Ну это чили по-любому. Ну, вы там чините где-нибудь что-нибудь. Да, он, по-моему, летит к нам. Я думаю, 100%.
Так, да. Я чувака с машины прошел. У меня сработал этот. Угу. У меня предчувствие сработало. Оно вроде бы за 36 метров, но почти сразу. Он в здании, по-моему. Иди, Захар. Иди к забору, к стене иди, я тебя вылечу. На втором этаже. Господи, помилуй. Сейчас повешает кого-нибудь и засветит меня. Куда он побежал? Ко мне, да? Нет, по-моему, ко мне. А, он не видит, что я лечу. О, квест выполнил, офигеть. Спрятался нахуй от него. Блять, вот где мне теперь шкериться от него-то? Все. Пацана минусанул. Интересно, он успел меня заметить? Что-то как-то... Такое чувство, что он за тобой, Мигель, пошел, а не за мной. Не знаю, я в шкафу сидел, так, когда он вешал. Я в шкафу сижу, но он побежал сюда, мимо шкафа пробежал. Пробовать на холме ген починить. Оба-на, ты тут. Не, надо разделяться. Ты пойдешь на холм? Вместе да, попробуем? Может, вдвоем быстрее? Ну, логично. Вы пока не раненые, канатофобия не действует. Быстрее. То есть он побежит, надо как-нибудь аккуратненько так сплавки из гена и... Я направо, ты налево. Он недавно тут пробегал, кажется. Может, он не скоро придет. Блядь. Спалил. Идем нахер отсюда. Я направо, ты налево. Потом вернемся к ним. Угу. Так. Этот заведен. Серег, чини тот ген, я увожу его. Ай, блядь, у него ебаная дубина эта. У меня заваншотил. Все еще люк, значит. Не пиздец. Так, а где его искать? Где он примерно может быть? Где угодно. Герлин каких-нибудь. Сейчас, подожди, он наш ген ломает. Бля, может, если он меня сейчас потеряет? Я могу тебя вычислить. Ломаю палетку. Я в кусты просто отполз подальше. Пока где-нибудь шкирси. Не, он здесь рядом. Опасно, опасно. Сейчас, когда я отлечусь полностью, подойдешь, спасешь меня, если он не поднимет. Пока не высовывайся. Он ищет, да? Он меня ищет. Ну да. Так, все, я отлечился. Поднимай меня. Он за дом отошел. Давай, поднимай быстрее. Выхиливать? Все, валим, 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 валим. Так, я куда-нибудь сейчас спрячусь. Сам отхилишься, не? Да, отхилюсь. Где он пойдет? Он, сука, пошел к тому гену. Там, где мы его чинили. Он знает, что мы к нему вернемся. Ну вот, я сейчас к нему и вернусь, наверное. Так, предчувствие перезарядилось, я его должен почувствовать. Все идет, кажется. Да. Заведенный нет. Засек? Нет, кажется, не увидел. Увидит. Будет искать меня сейчас. Зашкерюсь на. В траве меня не видел. Но ген поломал. Убался?
А на втором этаже главного здания есть какие-нибудь? Нет, в самом центре комнаты. Самое палевное место, так. Он вернулся к тому Гену, он думал, я сейчас буду его чинить, наверное. Но нет, меня там нет. Ты, дядя, ошибся. Блин, как страшно. Пистопол носится, блядь, как угорелый. Забей, все, у меня третья фаза учили. Понятно. Где его можно искать? В здании может быть? В здании нет. Он вот руинки всякие вот эти вот деревянные, где. Будет носиться. Я против уника обычно всегда поем. Я практически никогда не выживаю против него. Ты от него хоть ебешься, если раненый, блядь. Он, сука, по этим шарикам тебя всегда найдет, нахуй. Стелс вообще не канает. Пиздец. Еще и на белый. Ну, шкафы проверяет. Иди нахер отсюда. 11 ранг. Блядь, парень. Спрятаться в том шкафу, который он уже проверил. Сука, закрыл. Все, тебе хана. Да, мне хана. Запомнил, где вы эти? Пойду на дальнюю. Где он? Прям на тебя. Блядь. Все, минус. Ну? Что, отпускаешь? На, может, отпускает. Блин, вот отмыл. Ну, ты его не откроешь уже. Совсем близко. Ползучим выполз. Black Lives Matter, ёпта. А-а-а. Серега, я не знаю, что-то у вас там сутки бросает, блядь. Вот там у вас какой-то экшен, я смотрю, происходит. Чувак отвлекает, и Серега, иди спасай Захара. Ага. Да. Пиздец, Захар. Она съебалась, кумать, там, в сторону. Она об этом, видимо, прочухала. Блин, опять Захар. Все, минус. О, на другом конце карты живет. Живем. Ага, только я не живу, походу. Обана! Сука, заметила меня на фоне кирпичной стены. Я манчу как боженька. Она все топоры, походу, уже потеряла. Текай, хлопец, нахуй, отсюда. Там баба злая. Ни хрена этот фонарик не работает нормально. Yeah.
Было идти Генда чинить. Да, я вижу, как я тебя увеличил. Типа подохнуть. Так я уже смирился, она. Но она не уйдет от меня, она крутится тут. Вот он, возвращается. Базила ебаная. Давай, я прикрою сейчас. Хуйня лопоухая. Пизда с ушами. Она меня потеряла. Осталось успеться только выхилиться. Только близко к ней не выхиливайся, вдруг у нее глаз мерцает. Отползи куда-нибудь подальше. Блять. Так, мой второй крюк, кажется, да? Нет, это твой последний крюк. То есть до второй фазы провисел уже. Угу. Любимая карта Захара. О, колхоз. Колхоз, да. Дожинки. Да, вы не знаете, что такое дожинки, да? Это наш государственный колхозный праздник. А, нет, таких мы не знаем. Блять. Вылазит, сука. Захатывались, слышишь меня, хлопцы, дочини. Ага. О, как черт, у нас работали, нахуй. Сука, не дотянул немножко. Чувак, дисконнектнулся, нахуй. Бля, были бы часы. Я бы спас. Блять. Упал. Ну, пару ловушек снял. Хоть какая-то польза от меня. Так, этот уебок сломал там. Ген пошел через поле. Через поле, походу, к нам. Точно. Захатору! Что ты делаешь? Блять, еще я. Еще и меня услышал. Ага. Так, Серег, ну шанс у нас, конечно, с тобой не очень. Против Фредди-то, блядь. Ну, Захар, кстати, в этот раз неплохо держался, после его затуннелили, блядь. Я нашел люк, кстати. Блять. Ах, вот оно как работает.
Я чё, не Уген, который около люка? Давай, я пока тут бегаю. Бля, через поле я зря, конечно, ланул. Он пытается меня... Я спрятался в шкафу прямо. Надеюсь, он меня не найдет в нем. Я пока подчинюсь. Он может сразу видеть? Нет. Когда вылазит? Нет, только когда полностью вылезет. Как-то странно. Он ливнул? Он ливнул. А че это он ливнул? Он вроде нагибал. Не знаю, странно. У нее есть перка, короче, она может палетки поднимать. Опрокинутые. Кстати, ничего такая, особенно для мансеров. Вообще сасная делка. С очками на Коко похоже. Да. Если чуть что, я знаю, за кого будет сурвить. Да, японская Коко. А я буду играть за японскую Нину. И жестко она дробила. По ней даже сразу не скажешь, что она японка. Она прям ух. Скинь Витьку в этом дискорд, пускай пофапает. Угу. О, опять ферма. О, Захар 6. Захар, что там? Я понял, что с тобой маньяк. Какой маньяк? Ой! Кто? Ну все, все по нормальному. Рик, это пиздец, нахуй. Рик, это ебаный трэш. Так, ты начал ползать, походу, да, спрятался? Значит, он сейчас пойдет сюда. Да, он, я походу, надеюсь. И хочет. Мне хоть полечиться бы. А где он? Блядь, я не видел. Я видел эту гниду. А я нет. Хотя он что-то ломал. Сука, блядь, прямо на меня прибежал. Так, я не буду к тебе идти. Так, ты носишься, он за тобой бегает, что ли? Ну, я пытался чинить Гена, а он... Я его... Есть. Красавцы. Я прямо здесь, около ворот, начинаю открывать их. У него наед, ребята! Ищите горящий тотем! Я возле подвала упал, пизда мне. Что значит наед? Что значит... Горящий тотем ищите, у него одно... Он я люк нашел. Захатор, ты только что около люка был. Он всех валится одного удара, чуваки. Всех валится одного удара. Захар, вали, если чё. Если нашел выход, сразу убегай. Прям не жди. Бля. Кто-то лёг. Захар, красавчик. Захар сбежал, молодца. Куда он его понес? Пытаться спасти пацана? Серег, ты возле ворот. Возле ворот, и он повешал возле ворот. Съебывайся в ворота быстрее. А то что? Он, блядь, рядом там крутится. А, ты прячешься? Я прятался. Не спасти пацана, да? Блядь, ушел, все. Так, слышу звук заводящегося генератора. Это та пизда с молотком. Это та пизда, да, с бензопилой и молотком. О, Захатор! Аллаху Акбар! Захатор!
Маджахет. Не взрывай. Она нам манзит, нахуй. Мы должны идти. Аллаху акбар, Захар. Так, я в подвале. Ничего нет. Опа-на, а вот он. Захар только не бегит по ему, из моей не порвал. Захатора. Идем, я тебя починю. Стой, сука. Да он ни хрена не зрячий. Парниша. Так, я потерялся, короче, от него, походу. Да, он потерял тебя. Он, походу, совсем зеленый хлопец. Я даже не видел, чтобы он ген поломал, к которому подошел. Не, он ломал вот сейчас рядом со мной ген. Захатора получил. Не, он там что-то ломает. Плюху. Ну-ка. Не, он к нам бежит. Побежали. И он выбрал меня, да? Опа! Успел. Он достигнет меня. Он коснется меня. Он меня видит, сука. Сука, видит. Мазила. Иди нахер. Да, Серег. Еще чуть-чуть. Блин, да что он не спрыгивает? Я тоже. Блин, ну он никак не отстает. Ох, я в какой-то склеп упал. Блядь. Нет, я хочу выжить. Что открыли? Захар открыл. Где? Я тоже открыл. Я возле руин. Серег, ты где? Руины. Я возле руин. Каких-то. Пытаюсь выхилиться на всякий случай. Я должен успеть. Прячусь тут. Я выхилился. Так, где бы мне понять, куда мне идти? Иди вокруг мейна аккуратно. Я тебя увижу, короче, возле лестницы. Я тебя за собой поведу. Только давай как-нибудь порезче двигай. Так, я хожу вокруг мейна. Вон, видишь меня? Пошли за мной быстрее. Блять, время сейчас кончится. You win. Бля, красавцы, съебались все вчетвером, но